достаточно много оказалось умников, которые могут выговорить левомицетин, да? Но вот попробуйте ацинокарцицином вот этот выговорить. Короче, я вообще не могу их выговаривать, и прям не мое. Так, а мне собаку надо найти, смотреть. Ириска! Блядь, как там? Ириска! Блядь, а где она? Ёпти, как ты вообще забралась-то? Вон, пиздячит. Давай, давай. Бульдозер. Не туда, ко мне, ко мне, ко мне. Ириска, Ириска, иди ко мне. Иди ко мне, по моим шагам иди. Следуй ко мне. Давай, 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 хорошая, давай. Ты сможешь, я верю в тебя. Ну, 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 ну. Давай, тяжело, понимаю, пониженную давай, херач. Красава. Короче, настроение после болезни мне сильно подняла сборка новой модели Лего. Сначала тут брали, было понигали. И понигали, я собирал 4 часа 900 с хреном деталей. Короче, я посчитал, что у меня скорость сборки где-то 200-250 деталей в час. И это было очень круто. Ты просто врубаешь наушники, берешь чаечек и погружаешься максимально в ту атмосферу, в которую ты находишься один наедине с собой. Охерительно. И теперь еще получилась раллийная тачка, которая с мотором, который офигенно есть приложение, просто нереальное, над которым ты можешь управлять и там выбирать передачи, она действительно едет быстрее, медленнее, есть задняя передача, есть там редуктор, есть рулевая отсейка, все крутится, вертится, блин, чумак.